Чего ожидать от этого смекалистого приятеля? Название линейки «Mate» с английского как раз переводится «приятель» или «товарищ». Познакомиться с ним поближе специально пригласили людей занятых – бизнесменов, блогеров и медийных персон. Мой «Mate» очень специально для бизнеса и для бизнесмена. Почему? Потому что у него есть 6-дюймовый экран, но компактный вот этот размер. У него есть 4000 мА батарейка. И чтобы человека можно 2 дня использовать. Корпус металлический, фронтальная камера на 8 мегапикселей, основная на 16. На презентации показывают снимки. И даже на таком большом экране и разрешение, и детализация отличная. Но главный акцент на мощность и рекордное время работы без подзарядки. Тот самый джокер, который у компании Huawei стал козырем в рукаве. Потому что Mate 8 выдерживает больше 2 дней активного использования на одном заряде. Батарея смартфона Huawei Mate 8 хватит на просмотр 8 фильмов в HD-качестве, 20 часов 4G стриминга, 28 часов звонков в 3G-сети. Причем зарядить Mate 8 на целый день можно всего за полчаса. Без всякой ложной скромности сотрудники Huawei называют свой новый флагман лучшим из мировых аналогов. Они, конечно, лица заинтересованные, поэтому послушаем того, кто уже несколько недель тестирует нового друга в реальных условиях. Когда я залез в параметры, почитал про него, и у меня вот, например, есть ноутбук, я понял, что мой ноутбук по сравнению с ним очень слабенький, и вот я ему дал своеобразную кличку «Машина», и все полностью, 8 ядер, там, память великолепная, там, оперативка хорошая, там, камера, все супер, не то что большой экран, удобно, быстрый, батарея держит сумасшедшее время. Mate 8 подкупает еще и массой продуманных от и до мелочей, вроде возможности уменьшить рабочий экран или разделить его на два одним касанием. Mate 8 доступен с объемом памяти в 32 и 64 гигабайта. На самом деле старт продаж начался уже 2 недели назад. Компания Wellcom была первой на территории СНГ и одной из первых вообще в Европе, по-моему, только в Германии кто-то одновременно с нами начал продавать. Мы сумели привести раньше, чем началась официальная презентация модели, как бы, и уже 2 недели продаем. Так что в магазинах Wellcom он уже в наличии. У новинки от Huawei еще десятки крупных и мелких достоинств, которые можно будет оценить уже самим. Так что если выбираете себе нового надежного приятеля, возможно, это как раз Mate 8.